Пенсионер утонул, пытаясь самостоятельно вытащить автомобиль, съехавший в реку в Карагандинской области, сообщила во вторник пресс-служба МЧС Казахстана. По словам сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел в понедельник днем в поселке Токаревка Бухаржиравского района на берегу реки Нура. Мужчина 39-го года рождения утонул при попытке вытащить самостоятельно съехавший с берега автомобиль Volkswagen. Тело было извлечено из воды силами 4 человек личного состава и 1 единицы техники водно-спасательной службы. Также было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.